следующие два рецепта для эффективного очищения суставов от отложения солей. Рецепт номер один. В летнее время на базаре покупайте постоянно петрушку и сельдерей. И небольшое количество, примерно оторванный пучочек, заваривайте кипятком. Просто заливайте 200 граммами кипятка и оставляйте минут на 30-40. И пейте в течение дня как чай, такой отвар. Можно на день сделать примерно литр. И в течение дня литр этого отвара, петрушки и сельдерея, можно 50 на 50, выпивайте в течение всего дня, как чай. Курс лечения примерно 2 недели. И рецепт номер 2. Во время цветения одуванчиков нарвите себе большую кастрюлю одуванчиков, принесите домой и осторожно разложите на газету, чтобы друг на друга соцветия одуванчиков не ложились. И пусть в таком состоянии они лежат где-нибудь на полке или на балконе на стеллаже. В этот момент начинайте делать себе чай из одуванчиков. Возьмите маленькую жменю одуванчиков, положите в стакан и заливайте кипятком. После того, как примерно 10 минут настоялся наш чай, начинайте его пить. И в течение дня можете выпивать 3-4 стакана.